щенкам купили. Бассейн маленький. Туда еще шарики купила. Пока, может, поиграют так. Потом, может быть, будут плавать. Посмотрим. Сейчас установим. Чуть-чуть выпущу. Посмотрю, какая будет реакция. Шарики – это наполнение к бассейну, к этому. Это бассейн или песочница. Вот я ее установила. Сейчас шарики туда положу. Будут у меня дети играть. Уберем. Конечно, взрослым нельзя такие шарики, нам на один зуб. А маленьким сейчас посмотрим, поиграют, наверное. Так, не нужны им шарики никакие. И бассейн не нужен.